Всем привет зрителям, подписчикам канала, вы на канале Телемастер 222. Вот у меня вот такая куча телевизоров, поступления это за два дня, за выходных. В общем, начнем по порядку. Вот этот телевизор мне тоже, как бы одна бабушка позвонила, то я два телевизора в кладовке, говорит, заберите их, то, говорит, место занимает. Вот. Это первый Эрисон и второй Сокол. Также пока я вот эти два телевизора забирал, и соседки говорят, у них тоже, говорит, стоит в кладовке телевизор, место занимает. Вот Samsung забрал, также еще видеоплеер, тут и пульт даже был. Вот сразу я с одного дома, там дом, двухквартирник, сразу три телевизора забрал. Бесплатно. Также бесплатно мне вот еще привезли три телевизора. В общем, как бы человек прибираться начал в своей кладовке. Я там, говорит, еще больше их, 5 штук. Он сумел только 3 привезти, 2 там еще где-то далеко их доставать было. Вот он мне привез вот этот большой телевизор. Камерон, также вот этот Роусон, ну ничего, что там было, тоже какое-то название, Ситроник, и также еще музыкальный центр, Панасоник привез, ну и потом, что он там разгребет, еще там привезет, по-моему, пару телевизоров, были, говорит, там какие-то принтеры, МФО, это уже все вывез на свалку. Там много чего было. Вот. Значит, вот 4 аппарата. И плюс вот этот еще телевизор большой Deo 72 диагональ. В общем, там проблема с кадром. Это я у клиента менял подсветку. Менял. Ну, значит, как бы телевизор я купил новый. Вместо этого тот решил поставить, который отремонтирован, этот, говорит, типа, давай, говорит, на помойку, говорит, тут, ну, тоже пенсионер, говорит, типа, давай, говорит, помоги его на помойку унести, или как ли, я говорю, давай я его заберу, да, если его вот чем загрузили, я его тоже привез, пульт от него потерянный, конечно, ну, получилось, что за два дня 7 телевизоров, также еще, плюс один клиент позвонил, предложил там за недорогую цену 3 ЖК телевизора. Сейчас я их покажу. Телевизор Телефонкин, который он выпущен год назад. Мы посмотрели его мало, всего лишь 2 месяца его. И посмотрели, дети его уронили. В общем, разбита матрица. Он в полном комплекте, там пульт лежит. Это пойдет по запчасти. Также еще вот один телевизор, тоже разбитый, ну, уже без задней стенки, маленький, как бы 19-дюймовый фирмы Мистерии. Ну, также он, еще один телевизор Samsung. Вот так вот его посмотреть. Сказал, что этим телевизором кому-то по голове ударили по пьяни. Разбили его. Что там такое? Ощущение так согнутый. Не знаю, у кого интересно, голова выдержал, не выдержал. Вот такого удара. Переходим в следующий. Также это я еще заехал на металлоприемку знакомому. В общем, такой аппарат утешил на металл, домашний кинотеатр. Пойдет на разбор. Ну что, такая плата там
Ну, что такое попадается, он знает, он просто отдельно откладывает. Я приезжаю и забираю. Ну, электроники очень мало сдают. Надо дать плата газового котла. Вот это с металлоприемки. От знакомого привез. Так, еще у нас поступление. Что еще тут было? Сейчас дальше посмотрим. Забыл вот этот проигрыватель вам показать. Это я тоже стоял в сарайке. Вот уже владельца, который вот этот большой телевизор забрал. Также он говорит, тут еще проигрыватель есть, может быть, на запчасти пригодится. Но он как бы сказал рабочий, с ним были колонки. Колонки уже кто-то у него забрал их. Остался один проигрыватель. Нет иглы. Ну, уже стоял там много лет уже. В пыли был. Также один знакомый клиент ремонтировал маленький телевизор Эрисон, который был в предыдущем видеоролике. Вот он мне привез такие вот аппараты. Это комплекс СК-100, серферовый вибратор и усилитель. Тоже я в гараже лежал. Вот так вот еще такой вот DVD-шник, магнитолка и приставка. Тоже вот привез мне следующее, там еще, по-моему, что-то есть. Сейчас посмотрим далее. Одно я тут ездил к клиенту на замену подсветки телевизора, ремонтировал. Спросил, может, какую-нибудь старую аппаратуру. Но он говорит, уже больше спло, повыбросал, говорит, на свалку. Вот такая еще у меня плата осталась. Старого цветного телевизора ПЦТИ. Также нашлась вот такая коробка у него. Еще какая-то плата лежит. Что-то знакомое, где-то не такое попадалось уже. И вот новое оборудование. Это где-то 80-х годов для сеялок. Их в то время механизатор это никто не ставил. Так оно в коробках пролежало. Нестандартной аппаратуры. Даже тут документация есть, даже схема есть. Вот схема на эту штуку есть. В общем, компьютер от сеялок. Вот он все запакованный. Ни разу никто им не пользовался. Так, вот все разъемы. Все эти провода. Все датчики тут всякие. Слышишь, тут что-то. И там приходил, это никто не ставил. И так, ну, пролежало. Не знаю, здесь все не все ли. Вот такие вот датчики. Также еще коробку вот такую. Плат привез мне коллега по ремонту, тоже телерадиоаппаратуры. Знакомый. Даже накапливался, он раньше это выбрасывал. Сейчас бывает, что ко мне привозят. Ну, ему тоже там отдают всякое, несут вот этот вот, телевизор, платы, что-то. Посмотрим, что тут есть. Тоже телевизор. Это не знаю, что. Еще вот одна телевизора. Ну, и тут различная
жесткие диски, видать, на свет метр разбирается, вот это остается. Так, видеокарты есть старенькие. Возможно, плата от бесперебойника. Здесь у нас хорошие полевички. Ну, тут в основном все вот такое компьютерное. Видеокарты тут. Что-то их много, несколько штук даже. Ну и плата от жестких дисков. Даже такие вот еще старые. Это уже от телевизоров. Инверторы старые, снятые, да, горелые. И тоже тут что-то много. Ну, я такие сам меняю. Они часто выходят, меняем их на совершенно... Вот таких два инвертора убираем и ставим один вместо их. Это, скорее всего, от принтера тут. В общем, что накапливаться, он тоже привез. Вот это... кучка плат. Ну и в этом же выпуске сразу совместить решил обзор находок, что мне удалось за субботний поход найти на мусорках. Это что удалось в походе найти. Первое. Попался такой электросчетчик. Пойдет на разбор. Такой еще с первым взглядом какой-то. Казалось, такой странный, интересный. Первый раз вижу это. Оказывается, походу его сами красили, что ли. Покрасили его. Также попался после бомжей телевизор. Разбомжеванный. Попалась штук, наверное, 6 или 7 было, не помню, светильников люминесцентных. Я с них забрал вот эту всю проводку. Забрал плюс дросселя. Также в походе было найдено 4 сковороды. Четвертую я уже отдал. Просто мне люди попросили. Она была в очень хорошем состоянии, чуть не новая. Мне ее забрали, значит, вот осталось 3. Также еще в походе был еще один телевизор найденный. В общем, шасси целое оказалось. Просто сверху телевизора, допустим, пробили в этом месте дыру, вытащили оску, вытащили петлю, а плата осталась. Мне пришлось его раскрутить, аккуратно снять, то, что она не сломана. Мало ли, какой-то клиент притащит Samsung, если где-то не подлежит к восстановлению. Возможно, она может и рабочая. Я предварительно проверю. Но тут пострадала, видать, так вот, плата кинескопа. То, что я нынче так вот находил. Две шашки, они нашли свое применение. Был вот у меня тоже Samsung ходил. S15 шасси, оно уже работает у клиента вместо шасси SSD, по-моему, 11, что ли, там есть со сладкой парочкой. Я поставил S15, которое было найдено. Также тут находил телевизор Gaustar, тоже шасси, у меня где-то, наверное, недели 3 пролежало, и тоже нашло свое применение. То, что там много... Все посгорело, у меня оказалось рабочее шасси было. И также вот это еще на проверку. Может, еще пойдет в применение, пока не на лом. И также еще вот такой был кабель найден. Но его практически бомжи этот кабель не берут. Но он пойдет по прямому назначению для телевизионных антенн. Или даже для спутниковой антенны. То, что кабель внешне целый, не рваный, не драный. Часто такой нахожу, и он часто уходит в применение там, для антенн, для спутников, так бы для обычных телевизионных эфирных антенн.
В общем, перейдем к мелким находкам сейчас. Вот, что было в походе еще найдено. Вот такой какой-то медицинский аппарат. Русь. Возможно, его. Он мне не нужен, я его, скорее всего. Но пока до зимы полежит, там видно будет. Я его, наверное, разберу потом. Вот этот от него голова. Ну, больше там все это было в коробке. Также был в походе еще найден квадрокоптер. Был он в своей родной коробке. Коробка запачканная, я не стал, конечно, брать. Я вот взял там квадрокоптер. Плюс от него тут лопасти, винты. Вот у него тут 6 винтов, по-моему. Также пультик зарядного. Не было, аккумулятора не было. Прошлый год я находил тоже что-то такой же квадрокоптер. Он полностью был в полном комплекте, без коробки. Просто его разложили как по полочке. И он рабочий, только один мотор не рабочий. Может, вот этот пойдет донор на того. Также была найдена коробка от приставки Ростелеком. В общем, коробка показалась тяжелая. От первого думал, что там приставка. Когда открыл, там вот такой набор проводов. Значит, три сразу было новеньких переходника в карт тюльпаны. Они пригодятся для таких старых телескопных телевизоров. Приставки ТВ подключать. Также шнур. Так вот, еще какой-то. Тоже новый. Вот это, я не знаю, тоже в этой же коробочке все лежало. Что это, для чего? Какой-то переходник. Вот еще провод. Это у нас для интернета. И плюс два новеньких кабеля HDMI, которые они в магазине сейчас сотки 3, наверное, стоят. Кстати, бесплатно на помойке нашли. Вот такую. Все это было в одной, как повторюсь, в одной коробке от приставки Ростелеком лежало. В дальнейшем походе, значит, был найден вот этот набор головочек, тут биты. Ну, не весь, конечно, комплект, но в хозяйстве пригодится. Также где-то я еще вот такой ключик нашел. Не помню, с какой-то мелочевкой. Заметим, значит, попалась пара телефонов Nokia, вот такая, и раскладушка Samsung. Также, где эти телефоны были, в одном месте была найдена вот эта электробритва. Это, может, куда-то музейный экспонат. Здесь зеркальце, но его уже нет, видать, вытащили. Электробритва, походу, все. Я сперва думал, что это Харьков. Обычно Харьков такие раньше. Ну, Харьков, они как бы такие. Вверх у них такой, как бы, круглый вверх был. Здесь такой ровный, мол, тут оказался у нас электробритва. Бердск со знаком качества. Так вот она открывалась. Ну, так, музейный экспонат. Также здесь лежала документация. Это уже Берск. Модель уже 8. Это другой оказалось тут. Документация. Скорее всего, мой замен этой новую купили.
документацию сюда положили, с этой, то и пользовались бритвой. Скорее всего, этот так она лежала, пока не утянула. Ну, это редкое не такое. Бритва вообще, электробритва редко попадает. Вот. Нечасто. Бывает они. Как бы. Там еще, по-моему, был футляр такой, как кожаный. На молнии застегивается от бритвы Микма и плюс картонная коробка. Самой бритвы не было. Тоже в этом же месте. Может там, не знаю, может там порылся, то что там оно все вот так лежало, там уже высыпано, скорее всего, с какого-то пакета или мешка. Может, конкуренты там прошли, может, они не взяли это. Вот. Что-то там забрали, что-то оставили. Вот такой обзор находок за субботний поход. Я решил это видео просто совместить. Плюс подарки от клиентов, находки в одно видео, чтобы не снимать там, как говорится. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. До новых видео. До встречи.